Именинники сегодняшнего дня утром в праздничный день проснулись. Включай свои кроссовки шикарные. Да, включай. Красивые, в обновленном составе, после новогодних безумств, дарят музыкальное поздравление и передают привет тебе, Красноярск. Красноярск, поздравляем всех с наступающим старым Новым годом. Желаем вам, чтобы было все-все-все и даже то, что вы сейчас подумали. Но мы решили сделать классику. Классику, спеть елочку, тем более у вас такая замечательная елочка. Отлично. Ура! Давайте микрофон. Родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку с елочкой бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Зайка серенький под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Порою волк, сердитый волк, рысою пробегал. Чуть снег по лесу частому под полозом скрипит. Лошадка махноногая торопится бежит. Лошадка махноногая торопится бежит. Лошадка дровенький, а дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Срубил он нашу елочку под самый корешок. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Ребята, поздравляем вас. Спасибо. С Новым годом. Поздравляем вас с Новым годом вашей творческой деятельности. Чтобы вот была добрая традиция. Приходите к нам в утренний кофе и бабахать так, да, чтобы мало никому не казалось. Сейчас микрофон дам, Сережа. Тебе... Хедлайнерами всегда да, ваши. Мне кажется, да, вы уже и так наши хедлайнеры, вообще, да. Вот правда, только к вам ездим в пол пятого утра. Ну, сейчас будет какой-то отпуск творческий или... Да, да, да. Сейчас все наконец-то... Сегодня попьем чаю. Вот, и завтра еще, да, последняя гастроль, как мы ее называем, и потом отпуск. Ну, мы желаем с Антоном, чтобы 2017 год у вас был наполнен не отпусками, ну, хотя отпуски тоже нужны обязательно, но все-таки много было крутых концертов, веселых зрителей, ну и вообще всего-всего. Ну, если мы будем...